Ежегодно на уборку придорожной территории уходят миллионы рублей, которые можно было потратить на ремонт дорог, установку светофоров и камер, фиксирующих нарушения ПДД. Практически во всех садоводческих товариществах, не говоря уже о населенных пунктах, установлены мусорные контейнеры. Но бывает, что вовремя их не освобождают, и дачники несут бытовые отходы на обочины дорог, оставляют его в остановочных павильонах. Уборка захламленной территории ложится на плечи дорожных работников. Между тем, это далеко не основная их функция. В этом году на уборку мусора на республиканских дорогах с марта по сентябрь было истрачено 6 672 119 рублей. В сравнении, столько стоит 1 километр ремонта автомобильной республиканской автомобильной дороги. В каждом населенном пункте должен быть мусороприемник или как мусоросборник, куда любой человек, будь то в деревне, будь на дачном участке, человек вышел и выбросил. Пусть он платит за это определенную сумму в месяц, но, по крайней мере, будет жить в чистоте. Отдельно Чувашупрудор обращается к автомобилистам. Выбрасывать мусор из окон и оставлять его на местах зеленых стоянок некультурно вдоль трасс. Достаточно объектов сервиса, оборудованных контейнерами, и доехать до них не составляет труда.